Бал дошколят – ежегодный праздник для выпускников детских садов. Для воспитанников детских садов и их родителей – это первая ступень подготовки ко взрослой жизни. Его цель – создать торжественное настроение, привить любовь к культурным традициям и отметить первые значимые события в жизни дошкольников особым праздником, а также поблагодарить педагогов и родителей за отличную работу по воспитанию маленьких горожан. Поздравить дошколят с началом нового жизненного этапа на Красную площадь города Чебоксары прибыл и глава Чувашии Олег Николаев. Он поздравил всех присутствующих с Днем защиты детей и пожелал им больших успехов. Я желаю всем детишкам смело двигаться вперед, никогда ничего не бояться, а самое главное, если вдруг даже что-то не получается, никогда не отчаиваться. Всегда собраться, сделать выводы, если вдруг упал, встать и снова идти вперед. Потому что проигрывает тот, кто падая не встает. А тот, кто падая встает и идет дальше, всегда становится победителем. Потому что ровно через такие сложности, неудачи оттачивается мастерство. И те люди, которые активно двигаются, порою ошибаются, в итоге становятся высококлассными мастерами, специалистами и профессионалами своего дела. Я желаю, чтобы вы ровно такими были, ставили перед собой такие цели, а мы вам в этом будем помогать. Добрый путь, выпускники детских садов! В данном мероприятии принимают участие активные воспитанники столичных дошкольных учреждений, которые являются призерами и лауреатами всероссийских, республиканских и городских конкурсов. За последние 7 лет число участников возросло с 200 до 2000. В этом году юные участники бала совместно с педагогами исполняют вальс, полонез и польку. Дошколят вошел в топ-200 национальных событий года 2018 и отмечен дипломом Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие». В 2019 году бал вошел в тройку призеров Всероссийского фестиваля конкурса туристических видеопрезентаций «Дивы России». Это социально значимые мероприятия, социально ответственные и для власти, и для родителей. И я считаю, что это очень достойно. Символично, что этот бал прошел в День защиты детей. Безусловно, такие мероприятия нужны. Они адаптируют социально малышей, выпускающихся из детских садов, в дальнейшей своей жизни. Татьяна Козлова, Антон Небытов. «Жизнь столицы».